Средних встречаем наших молодых! Ура! Добрый вечер, дорогие гости! Добрый вечер, дамы и господа! Добрый вечер, Киев! Добрый вечер, Болгария! Ну и, наконец же, добрый вечер, Москва! Дорогие гости, прежде чем мы начнем наше веселье, нашу свадьбу, я прошу бурными аплодисментами давайте поприветствуем друг друга, наши чары за славную пару. Пожелаем им счастья, любви, благополучия, крепкой-крепкой семьи. Ну и, конечно же, в семье должно быть много-много деточек. Наши мамы еще дополнят чуть попозже, я дам слово мамам. Дорогие друзья, за молодых! Счастья, здоровья, любви и благополучия, красивой семье! Ну и, конечно же, и у Александра, и у нашей очаровательной Анечки огромная армия друзей и подруг. Я хотел бы предоставить слово одному из друзей нашего Александра, одному из родных людей для него, для его семьи. Это наш... Его же тезка Александр Лобачев. Я прошу у меня аплодисменты встретить Сашу. И слово предоставляем Александру. Дорогие гости, дорогие друзья, дорогие присутствующие, я прошу еще раз налить бокалы и рюмочки. С той поры, когда мы приходим на этот белый свет и мы открываем наши глаза, чище и сладше слов «мама» и «папа» ничего в нашей жизни нет и не может быть, не может даже существовать. Дорогие друзья, я прошу поднять рюмочки за родителей, которые сегодня присутствуют в лице нашей очаровательной Татьяны Михайловны и в лице Марины Анатольевны. Я прошу мамам подойти ко мне, сказать их свои слова еще раз благополучия, благословения нашим мамам. У взрослой жизни рано, а вот сейчас бы убежать, в детство убежать. Хочу к тебе прижаться, мама, и тайну папе рассказать, тайну рассказать. Вы простите мне разлуки грешность, время закружило, занесло. Пусть хранят ваш дом любовь и нежность, они из детства моего, детства моего. Помолимся за родителей, за всех живых и невинных жителей. И в час, когда станет холодать, их души свечами согрей. Помолимся за родителей, наших родителям молимся и как ранее. Мы тоже несли какую-то ответственность, какой-то период жизни. Я хочу пригласить к нам в зал, в центр зала директора школы номер 302 Куликову Надежду Николаевну, зауч Малешкина Надежда Ивановна и Янчева Валентина Васильевна. Пожалуйста. Со своей супругой, со своей Еленой. Я тоже хочу им слово предоставить. Пожалуйста, пожалуйста. Жорика нету, да? Оставил бы. Придет? Все, тогда к вам я чуть-чуть попозже подойду тогда. И я хотел бы тетям, тете, я где вы? Я хочу к вам подойти. Самая красивая Испания. Латурные аплодисменты. Шутка. Я в порядке очереди приглашаю, в первую очередь, начнем с родителей. Родители, потом Камур, потом у бабушки тоже есть свой подарок. И дальше уже, дорогие друзья, дорогие гости, у кого есть что подарить, в порядке очереди подходим под красивую композицию нашим молодым и, в общем, до танцевальных даров нашему, одному из уже святых людей этой прекрасной семьи. Каоджан, слово я хочу предоставить тебе, Артурджан, пожалуйста.
не присутствуют, но они пьют и веселятся сегодня за наших молодых, за наших молодых. Дорогие друзья, как я и обещал, я хочу открыть одну новость, которую, не знаю, может многие знают, может многие не знают. В семье Агоповых скоро будет еще одно веселье, за столом у нашего Альберта сидят его будущие уже ханами, это семья Саркисян. Скоро же нашу Лисочку тоже засватают. Я думаю, что в этом месяце, в этом месяце уже. И я хочу слово предоставить Мельхнаминерне Кузырховской похоронце. Вот писи Аптен Харазат Анталика Альберт Ироман. И ничем не заметь края нам эти последний насад на крыши город осветит, взгляните, молите люди. Последний насад на крыши города осветит, взгляните, мои дети. И вот несет он нас, наш самолет ночной, в глазах слеза, а в копле словно той. И благодаря, что жива моя семья, надежда нам и нам, мои дети. Моя жена и рядом мои дети. Ведь сам родился я, ведь сам земля моя. Ведь сам любовь свою впервые встретил. И благодарю, что жива моя семья, моя жена. Что жива моя семья, моя жена.